Привет, друзья! В эфире канал «Письма со всего мира». Будем сегодня обозревать конверт из США. Вот такой вот марочка моя. Причем я ее уже использовала. Ну и вот смотрите, почта у нас надрезала, сделала, как обычно она это делает. Что они там искали, непонятно. Письмо довольно-таки плотное. Не могу сказать, кто там. Мне самой интересно, поэтому мы сейчас быстренько вскроем и посмотрим. Так. У меня, кстати, несколько было таких марок. Я не помню. Так, пока что непонятно от кого. А, все. Да, теперь все ясно, все понятно. Так, достаем. Так, первая фотография. О, а вот вторая. На обратном ничего. Ну что ж, нет, это автограф не Киры Найтли и не Орландо Блума. Это автограф вот этого актера, которого зовут Кевин Макнелли. Да, посмотрите. Вот так вот он подписался для Юлии и подпись. Я выбрала глянцевую фотографию. Он расписался на ней серебряным маркером, но не стирается. Вы знаете, что я крайне просто не люблю серебряный маркер. Ну, а на второй фотографии тоже точно так же. Молодец, актер. Я знаю, что он приезжал на какой-то фестиваль в Москву, по-моему, или в Санкт-Петербург тоже раздавал автографы. Ну, в принципе, если он отвечает по почте, то, как видите, не проблема от него получить автограф, даже не ходив на личную встречу. Я выбрала две фотографии с главными персонажами «Пиратов Карибского моря», а именно там снимался этот актер, и именно там он наиболее популярен. Вот, ну, решила вот с двумя героями, да. Мало ли, когда-нибудь отправлю Кире вот подписать на одной фотографии или Орландо. Хотя я знаю, что эти звезды не отвечают. Кира, во всяком случае, принт шлет, а Орландо автопен. Вот, ну, где вы его еще можете увидеть? Сериал «Аббатство Даунтон» и фильм «Призрак оперы». Ну, вообще, актер хороший. Да, наиболее известная роль — это «Пираты Карибского моря». И в новой части он, по-моему, был, да. Вот. Хороший актер. Мне он нравится. Вот. Адрес скину в описании под видео, конечно же. Там даже не адрес агентства, там как-то странно он написан. Я даже не поняла, что это такое. То ли какой-то какая-то компания, то ли театр. Ну, непонятно. Я вам скину, вы посмотрите. Хороший актер, мне нравится. Ну, будем завершать на этом выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу. Пока!